стоит в рай, нам нальет в бокал лошадиный морс. Мне смешон до слез этот карнавал, этот карнавал многоликих мыл заживо мертвых. Как я не остыл, как я не остыл, получив подпых. Для меня вопрос, как я не остыл. Жавенький капкан, как тогда не снес влюбленный запал, влюбленный до слез, влюбленный зазря. Мне было не скрыть слово козыря, живенькую прыть он мне подморгнул, и прострел насквозь, что имея врозь, все-таки лошадиный круг всех доставит в рай, всем нальет в бокал лошадиный морс. Мне смешон до слез этот карнавал, этот карнавал, карнавал. Мой горький Питер, мой сизокрылый, отсчетом точек меня парируй, расшей в догадках, расшей в догадках любови старых. Мой горький Питер, я так устала от дуг расстрелья до четких линий. Меня парируй, меня утрируй в барокко, в люльку и в царский ботик. Сокрой, жалея, кровавый ротик. Мой горький Питер, урежь, ушейся, угомонись, во мне посейся. Полынь травою и на болотах, пустыни сосен утрой дремоту. Мой горький Питер, любови старых разбави пену. Я так устал. Отшлифованные дождь улыбками, в рифмах гибкие, непохожие, и смысла изменяться нет, и смысла погружается Нева, опровержением мет к нам небо возвращается. Весны нежно спросится, что с нас спросится. Нам не до того, непригожие мы тайники в этом городе. Именинники простые, непростители влюблённые.
сонные, искомые, согретые колодцами, путями незнакомыми. Путешественники, мы по проулочные, закоулочные, не похожие, отшлифованные дождь улыбками. Привет, Питер! Представляю вам мой небольшой бенд. Замечательная наша клавишница Татьяна Белякова. Клавиши. Саксофон Дмитрий Гор. Вам нравится? Да, сегодня такой бенефис для меня, потому что мои друзья, кто знает меня уже давно, в таком амплуа меня еще не видел. Вот, Москва нас хорошо встретила. 24 марта мы прекрасный концерт сыграли в клубе «Археология». Нас приветствовали. Мы сыграли полным составом, а у нас есть еще бас-гитарист и соло-гитарист. Мы очень надеемся, что мы будем присутствовать на различных фестивалях, будем также участвовать в мероприятиях, ну и сами давать концерты в ближайшем будущем, приезжать сюда. Конечно, я это так говорю, как будто я где-то далеко живу. Конечно, я живу близко. На самом деле, моя родина — это совсем-совсем близко, 60 километров от Петербурга, поселок Сиверский. Но всю свою юность я провела здесь, в Петербурге. Петербург для меня — это, конечно, любимый, наилюбимейший город. Это родной город, мое любимое место родное. Все, кто здесь присутствует, это все мои родные, любимые люди. И я вижу, что многие из вас пришли в красно-черном. Вы молодцы, я очень вам благодарна. Я очень люблю этот цвет, для меня он очень много значит. Да, можно так. Вот. Я думаю, что для каждого из вас красный, сочетание красного и черного тоже много значит. Что значит для меня? Ну, может быть, это банально звучит, но для меня это камень морской, коралл. Он не совсем такого красного цвета, но все же страсть, переживание, любовь. Марина. Морская, Цветаева. Все собрано в этом камне, в коралле. Все в его цвете. Он непонятный. Никто не может точно сказать, ближе к розовому или к оранжевому, или к алому. Он все время какой-то разный для всех. Также и наши чувства. И черный. Черного цвета нет в природе, вы знаете об этом. Черный для каждого свой. У меня свой черный, у вас свой. Но черный — это и Чарли Чаплин, это и черный тюльпан, прекрасный цветок. Это и сдержанность, это и вера, надежда, тишина, покой. И я сегодня постараюсь вместе с моими друзьями, вместе с моей группой немножко вас окунуть в кораллово-черный цвет. Хлеб Самойлов. Он тоже любит черно-красное сочетание, помимо господина Кинчева.